От взрывов птиц полетели, с насиженных взлетели гнезд. Они, быть может, не хотели. Возник такой у всех вопрос. Деревья гнулись и ломались по страшной пушечной стрельбы. Лица в снаряды разрывались. Такая участь и судьбы. Стоят деревья, и нет счастливых птичьих гнезд. Не будет птиц уже, наверное, песцов сосновых и берез. Поля взрывов и воронки, многообразие траншей. Крик же воронка, только звонкий, доносится зарей с полей. Друг друга кто-то убивает, так множество уже потерь. Никто из двух сторон не знает, один лишь Бог знает теперь. От взрывов птицы полетели, с насиженных взлетели гнезд. Они, быть может, не хотели. Возник такой у всех вопрос. Они, быть может, не хотели. Возник такой у всех вопрос.